На исходе весны, во время великого сбора всех трех казахских жузов, обратился Толеби к предводителям с таким словом. Народ, развеянный по степи, лишился покоя и охвачен унынием, и, глядя на него, омрачается моя душа. Найдется ли смельчак, способный зажечь светоч единства? Соберем все силы в единый кулак и докажем, что все вместе мы народ. Таков мой совет. Нашим предкам пришлось пройти через многое, но всегда во главе родов, во главе жузов в трудное время оказывались истинные патриоты своей земли, которые понимали, что без единства всех народов как одной нации будущее невозможно. Потому что только народ, сильный единством, станет образцом для последующих поколений. Национальная программа «Народ в потоке истории».